Мы доставили пиццу и наш новый вызов на Гроу-стрит. Обалдеть, там же реально бандиты. Ну поехали, надеюсь, нас не накостыляет, и мы уйдем оттуда живыми. Хорошо, погнали, но девочки-то реально крутые. Из жаркого места едем в более жаркое место. Более опасное место. Тут, кстати, даже есть и качки. Интересно, кто у нас сегодня качается? Девушки или парни? А сегодня, походу, выходной. А у нее там девочки, походу, есть. О, какая бицуха-то. С ней уж не связываться. Это точно. Хорошо, погнали на Гроув-стрит. 2 километра до Гроув-стрит. И мне не очень хочется там слишком задерживаться. Довезем быстренько пиццу. И, возможно, даже и не получим чаевые. Потому что у нас там... Так, у нас, походу, новый вызов. Нет, у нас вызов другой. Так что пускай обслужит другой уже. На красном промчимся. Нормально. Километр 600 и даже не знаю, у нас нет никакого оружия, мы в принципе не нарушаем никакого закона, но туда идти без оружия это просто реально самоубийство. Ну делать нечего, доставка Джонни, пиццерони конечно же доставит и обслужит любого клиента в любой точке Лос-Сантоса. Так, ты, Хаммер, стой на месте, мы промчимся. Я все смотрю по карте, нам свернуть, вон нам кажется сюда. Что ты мне сигналишь? Я тоже умею сигналить. Раз сигналь 900 метров, до моей, кажется, смерть. Не очень-то и хочется заезжать, но делать нечего. Нужно прибавить скорость и, конечно, обслужить любого клиента, где бы он ни находился. Так, нормально. А это великий стадион, где находятся самые опасные трюки в мире. Здесь можно делать реально опасные трюки. Когда-нибудь я здесь реально посещу его и, конечно же, буду эти трюки делать. Но это всего лишь в мечтах. Мы промчимся на красный, и Гроув-стрит прямо по курсу. Можно, в принципе, заправиться. Если что, там делать ноги придется. Так, заедем. Ух, я уже вижу бандюганов. Ну что, заедем, заправимся, наверное, и поедем дальше. Полностью заправились. Окей, погнали. Не очень-то и хочется заезжать. Но делать нечего, погнали. И нам кажется, прям в конец улицы. А тут реально серьезные бандиты-то. Надеюсь, нас не тронут. И мы уедем отсюда живыми. Так, все в порядке. Хо-хо-хо, это реально опасно. Так, а вот, походу, и пицца нам именно вот сюда. Доставка пиццы, сэр. Ну что, достали пиццу, получили свои 5 чаевые. Ребята не очень-то и щедры, но у нас хотя бы не трогает. А у нас есть уже новый заказ, едем, кажется, в казино Лас-Вегас. Ух ты, да, детка, погнали. Оденем шлем на всякий случай. Путь у нас 2 километра, практически 3 километра, и погнали в казино. Там у нас рядом есть аэродром, где участвует мотокросс. Там тоже довольно круто. Ну что, погнали побыстрее отсюда, потому что у меня уже сердце ушло в пятки. Так, маленько подрежем. Так, ехать на 2 километра, уже полдень, и скоро уже наш рабочий день закончится, отправимся домой и отдохнем. А уже, наверное, завтра отправимся в бар, набухаемся, помечтаем о своих мечтах и, конечно же, прокатимся на BMX. Так, нам кажется, можно проехать, в принципе, через город уже, по ту сторону города находится, а вот как раз у нас есть стриптиз-клуб, куда хочу я отправиться как раз завтра. Ох, девочки, ждите, я скоро приду к вам. А вот и наш, кстати, ГАЗ-24. Я всегда мечтал сесть на эту машину, и, кажется, таксисты гораздо больше зарабатывают, чем развозчик пиццы. Так, поехали сюда. Вроде отметка показывает туда, но я знаю короткий путь, потому что я знаю хорошо Лос-Сантос. И проедем по центральным улицам Лос-Сантоса. Возможно, встретим машину дрифтера, либо гонщиков. Так, на красный промчимся. Сигнально. Я тоже умею сигналить. Что ты рассигналился? Выйдем на шоссе, конечно, и прибавим скорость. Ох, под тротуаром. Что я и говорю, конечно, мы нарушаем. Но доставка пиццерони самая быстрая в Лос-Сантосе. Самые быстрые чаевые. А нам не нужно подняться наверх как-то. Даже не знаю. Сейчас найдем где-нибудь возечку и поднимемся наверх. Так, есть подъем уже. GPS показывает подъем. На какой черту подъем? Мы поднимемся. Ох ты да, трюки наша мечта. И просто адреналин зашкаливает. А вот и казино. Пиццерони доставка прямо в казино. А зачем в казино им пиццу? Это нас не спрашивали, нам просто нужно ее доставить. Пиццерони доставка пиццы, мадам.
хорошие чаевые, 200 баксов, в принципе, неплохо. Ну, конечно, это не элитный райончик, но тоже довольно богатые люди здесь находятся. Интересный вопрос, а зачем есть столько пиццы? Конечно, это задал вопрос про себя, но все-таки интересно. И у нас новый вызов. Магазин элитной одежды. Для богатых. Ух ты, да. Там у нас крутые мужики одевают своих девочек. Может быть, посмотреть даже. У нас уже закат. Это последний вызов, который я на сегодня беру. И отправляемся домой, конечно, уже. Нужно будет оттянуться по полной завтра. Покатаемся на BMX, найдем хороший парк, где можно прокатиться и сделать хорошие трюки. Так, на красный, и давай промчимся. Нужно быстренько будет достать последнюю пиццу и отправиться уже домой. Оттянем свои ножки перед телевизором, и мне кажется, придется проезжать на красный, прям подреже. А мне реально хочется устроиться на другую работу. Пишите в комментариях, на какую работу мне устроиться, друзья. Так, ну что, 2 километра, в принципе, очень далеко. Мы уже, конечно, уже стемнеет, пока что довезем пиццу, и ехать домой тоже не очень-то и близко. Так, ну вроде машин нету, можно промчаться. Поехали. Пешеходы проходят, пускай проходят. Никого сбивать, конечно, не будем мы. Мы не нарушаем, можно выходить уже, наверное, на трассу. На трассу, где у нас? А вот вижу. И там, конечно, маленькую... Вот, можно тут, наверное, съехать. Там, надеюсь, есть трамплишка. Я всегда мечтаю о трамплишках. Фу-фу. Просто реально мечта моя. Адреналин просто так и прет. Я не могу жить без скорости, потому что... В моих жилах течет адреналин. Так, километры очень далеко, конечно. Но можно просто посмотреть на красивый пейзаж и послушать хорошую музыку. И прибавить скорости. О, как прет. Фу-ху. Так, осталось километр. По там где-нибудь свернем и поднимемся наверх. Тут реально можно сделать уже скоростные гонки прямо по трассе. Между тачками маневрировать. Так, мне кажется, я вижу уже, можно прям подземку. Как же красиво здесь. Ночной Лос-Сантос, конечно, очень красивый. Так, ну, с отметок уже, по идее, пропало, но нужно доставить пиццу. Мне кажется, клиент уже отказался от пиццы, потому что очень долго мы везем. Но все-таки мы попробуем доехать. Надеюсь, нас не собьют. Так, мне нужно подняться, это как наверх. Так, я тут не проеду. Сейчас здесь промчимся. Пицца Ронни доставит пиццу в любое время дня и ночи. Хотя ночью я не работаю. Я выбрал график дневной, поэтому мы развозим только днем. А ночью я хочу поспать в своей теплой кроватке. Так, ну я помню, это был заказ, конечно. Мы довезем все-таки пиццу. Конечно, мы, невозможно, не получим чаевые, но хотя посмотрим на красивых девочек. Хотя, мне кажется, уже на яхтах. В такое время они тусуются на яхте. Так, мне кажется, нам сюда. Пицца Ронни сейчас доставит пиццу. Так, мы приехали. Элитный райончик для богатых мужиков. Ух ты, да. Тут, в принципе, очень красиво. Так, мне кажется, вот магазинчик как раз нам сюда. Так, ну что, довезем пиццу, наверное? Доставим пиццу, возможно, нам получат чаевые, а возможно и нет. Это была какая-то обла. Ну, ребята, сейчас мы, наверное, справимся. Так, есть два негодяя, и они удирают. Сейчас, наверное, спасем. Там, кстати, у них есть деньги. Но мы, в принципе, очень порядочные, так что мы ему должны вернуть деньги. Так, чувак, стой на месте. Ух ты, да. Собьем. Кажется, у него есть оружие. У него есть оружие, нужно его отрубить. Так, он уже мертвый. Нет, его нужно просто реально отрубить. Сейчас догоним. Куда дёру даешь? Я оставил свой мотоцикл. Надеюсь, мы нас не собьют. А ну лежать. Сейчас приедет полиция и с тобой разберется. Так, один готов, а второй, походу, убежал. Так, и что? У нас есть пушка? Черт возьми. Ну-ка, вернемся к нашему уже мотоциклу. А второй, видимо, сбежал. И деньги были у него. Конечно, проблема. Хорошо, делаем дюром. Довольно заказ был интересный. И у нас там теперь есть пушка. Теперь можно заехать на Гроув-стрит и разобраться. Хотя у нас всего лишь там, я даже не знаю, сколько, 12 патронов было. Заказ довольно был адреналинный, и просто сердце в пятки ушло. Хорошо, отправимся, наверное, домой уже. Завезем мотоцикл и отправимся домой уже. И вот мы приехали. Походу, я приехал сам последний. Разбросали свои баки кто как. Наш день рабочий закончился, может отправиться домой. Может на автобусе, а может вызвать такси. Но сперва мы переоденемся уже, наверное, зайдем в магазин продуктов, купим продукты, чтобы завтра можно было просто отдыхать.
Я переоделся, и можно отправляться домой. Можно на автобусе, можно на такси. Но хорошо, наверное, подождем автобус. Когда я переодевался, я слышал какие-то выстрелы. Ночной Лос-Андрес не дремлет, и очень много преступности в нем. Хорошо, поехали. На автобус нам ехать всего лишь 10 баксов, а на такси за километр 15 баксов. Нам ехать 2,5 километра. Но чувствую, у нас автобуса мы не дождемся. Так, хорошо, сколько у нас времени? У нас уже 11 часов. Проблема, конечно, в это время уехать, придется на такси. Хорошо, купим продуктов, чтобы завтра никуда не идти. Просто реально отдыхать, кататься на BMX и отправиться в клуб вечером. Девочки, ждите. Я за вами приду. Теперь у нас есть пушка и можем не бояться ходить по ночному Лос-Сантосу. Хорошо, наверное, в магазин сбегаем, посмотрим банкомат. Сколько у нас денежек? По идее, у нас должно быть 1200 баксов. А вот таких переулков довольно опасно. Но у нас есть пушка. Ух да, мы гангстер. Хорошо, уберем оружие, чтобы копы нас не увидели и не арестовали. Не очень-то и хочется провести свой выходной в полицейском участке. Так, вот магазинчик, можно пока вызвать такси. Пока что покупаем продукты, можно просто вызывать такси. Так, давай-ка, детка, вызовем такси. Так, окейшки. You got any cabs available? Not a problem. A driver's on the way. Thank you. Обычно у нас здесь вечер девушка, и можем маленько с ней пофлиртовать. Хорошо, у нас где банкомат находится? А вот наш банкомат, посмотрим, сколько с ним заработали денег. И сколько? Барабанная дробь, 1200 должно быть. 1100, мы потратили 50 баксов еще на бензин, на продукты кое-какие. Хорошо, наш такси уже подъезжает, и можно выходить уже. Так, и вот наше такси. Ну что, поехали домой, оттянемся дома перед телевизором и отдохнем. А ехать нам 2 километра. Ну, поехали. Hey, my man, where you going? Давай, мой друг, домой. И вот я дома наконец-то. Уже час ночи, я приехал домой, и таксист мне рассказал, что зарабатывает 2000 баксов в день. Когда я зарабатываю... Ну, 500 баксов в день. Конечно, мы поговорим на этом на следующий день. Но я пойду спать и до новых встреч. Всем пока!